Здравствуйте. Нада Ревия. Город Москва. Where do I begin to tell the story of how great love can be? This sweet love story, there is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? How long does it last? No answers by my dispatch, I can say. I know I need her to the stars, oh, by the way. And she'll be there. She fills my heart with very special things, with angel sounds. And while in Medellin, she fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for the hand, it's always there. И тем не менее у нас есть жюри. Моя мама слышала, когда в доме Engelbert Humperdinck, такой певец. И вот этот человек мне напоминает Engelbert Humperdinck. Я считаю, что нам нужен новый Engelbert Humperdinck. У этого парня есть еще один плюс, в отличие от Engelberta Humperdinck. Он еще и грузин. Да. О, вот. Я говорю «да». Жанна. А чё ты не лёг-то сейчас вот, не упал? Не захотелось? Нет, ну это же всё по энергии. Когда почувствовал, там же от переизбыток эмоций. Здесь у тебя... Здесь сдержанная страсть. А здесь страсть. Вот ты, когда... Сдержанная пел, страсть. Сдержанная страсть. У нас у всех внутрях, недоумение. Да? Они где-то встречались, и кто-то где-то падал, да? Так, что-то секунду. Случилось? Не надо. Мы знаем, о чём мы говорим. Мы знаем, о чём мы говорим. У нас уже с кастинга... По глазам я уже. Я его фанат и говорю «да». Юрий Михайлович, ваше мнение о выступлении Надара? Сказать дадите, публика. Я не его фанат, но я говорю «да». Сергей? Да. Ну, поздравляю. Надар, мы вас поздравляем по единогласному решению всех членов жюри. Вы проходите дальше. Спасибо. В суперпроекте «Главная сцена». Провожаем аплодисментами.